Здорово, Карен, с победой. Здорово, спасибо. Ты удивлен победой МКО над Астралис в КС? У них хороший, сильный состав по меркам КС. Поэтому вот сейчас Астралис в крутой форме, с тем составом. Имя громко в плане победы. Но с МКО состав очень не слабый. Веришь, что они смогут пройти на мажор? Это прикольно. Для кого бы не было, пройти на мажор, пройти эти квалы, поэтому я считаю, что это хорошо. Считаешь ли ты, что победа над четырехкратным победителем мажора равна победе над ЦСКА? Нет, вообще нет. Хотели ли бы вы создать киберспортивную медиа-команду от Тудроц? Слушай, не знаю, пока что таких предложений никаких не было, поэтому я ничего не могу обещать. Не знаю. Ты думаешь, у вас будут шансы, если не нанимать профиков в КС? Чисто своим составом? Да нет, у нас никто профессионально не играет, таких раскидок никто не знает, поэтому если набирать, то профессионалов в команду. Все, спасибо.